Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас будет два цилиндра одного производителя, фирма Altin. Цилиндры, я так понимаю, это турецкие. Не уверен, но так думаю, потому как достались они нам после аварийщиков из Турции. Вот, значит, цилиндры распространены в Турции. И давайте мы откроем оба цилиндра. Сравним, какие пины установлены в этом цилиндре, и начнем давайте с английского профиля. Так, теперь выбираем натяжок, можем этот натяжок взять, клюшка. Ну, начнем пока, как обычно, с минимальным загибом. Давайте. Ага. Открывать я буду против часовой стрелки. И мы видим вскрытие этого цилиндра. Давайте теперь я возьму сразу другой цилиндр, только уже перфа, и посмотрим, сколько по времени продержится этот цилиндр. Так, открывать я его буду, давайте попробуем этой клюшкой, и возьмем натяжок. Также буду открывать против часовой стрелки. Выберем самые лучшие сложные варианты. И мы видим вскрытие этого цилиндра. Так, давайте сейчас разберем, посмотрим, какие пины. Так, начнем с перфа. Сняли стопорное кольцо. Пять пинов. Давайте посмотрим, какие пины. Пины все из желтого металла. Давайте посмотрим плах. Такой вот профиль. Ну, в плаге, естественно, ничего нет. Это, походу, бюджетные цилиндры. Давайте посмотрим теперь пины нижнего ряда. Бочонки. Ну, все бочонки. Так. Один пин, обратите внимание, даже не выскочил.
Оп, выскочил. Пружинка одна осталась. Давайте ее тоже достанем. Итак, разлаживаем пины. Вот пины немножко подточены. Ну, особо никакой сложности эти цилиндры не представляют для вскрытия, поэтому их элементарно можно открывать клюшками. Обратите внимание на высоты. Так, все пины бочонки нижнего ряда. И пружинки все стальные. Стальные пружинки — это уже хорошо. Так, плагма посмотрели. Корпус замка давайте изучим. Видим 5 луз. Фирма Алтын. 5-пинка. Перфопрофиль. Так, и давайте теперь посмотрим, что у нас будет в английском профиле. Так, английский профиль. Аналогично ставим пиноудерживатель. Хотя в этом случае я думаю, что здесь все пины одинаковые. Но тем не менее, мало ли, вдруг что-то будет интересное, в чем я сомневаюсь, конечно. Угу. Так, очень плотно стопорное кольцо сжато. И мы сейчас его, я думаю, в любом случае разберем. Есть. Так, есть. Мы сняли стопорные кольца. Так. И давайте достанем плах цилиндра. Блин, у нас нижние пины повыскакивали. В общем, давайте их сразу туда посмотрим. И обратите внимание, что английский профиль, в отличие от перфа, у нас пины все стальные. Нижний ряд пинов полностью стальные. Так, мы их сейчас положим и возьмем другие кейпины, посмотрим. Пружинки также стальные. Так, и давайте посмотрим теперь кейпины. И кейпины тоже у нас стальные. Обратите внимание на высоты. Я сейчас приближу. Давайте мы вначале изучим плах. Такой вот профиль ключа. 5 пинов, проточек никаких нет, хотя такое впечатление, как застревала клюшка, да, нету никаких проточек, очень простой цилиндр. Давайте теперь посмотрим на пины более близко. Вы видите,
что разница у этих цилиндров только в цвете пинов. Более стальные пины будут более качественными, и их будет более сложно открыть, чем пины из желтого металла, из мягкого. В общем, на этом я заканчиваю это видео. У вас есть мнение по поводу цилиндра Алтын, английский перфопрофиль? Если это видео было полезно или оцениваем, оставляем свои вопросы в комментариях. По возможности постараюсь ответить. Всего хорошего.